И зимой, и летом не одним цветом. Клумбы на краснодарских улицах вновь заиграли яркими красками. Они славятся оригинальным оформлением, и сейчас не исключение. Это в очередной раз доказали ландшафтники, которые трудятся, чтобы украсить цветник на транспортной развязке 40 лет Победы российской. Для оформления композиции в желтых, фиолетовых и красных тонах им нужно высадить более 26 тысяч однолетников и около 1000 многолетников. Ассортимент на данной развязке у нас представлен четырьмя видами растений. Это тагетис, петуния, колиус и канны. Данные растения постоянно цветут, это однолетние растения, мы их берем уже цветущими. Они цветут весь вегетативный период. Эскиз цветочного рисунка разработал Центр по озеленению. В него включили основную клумбу и несколько маленьких. Они похожи на спутники. Все растения местные, их вырастили в кубанских питомниках. Они идут в таких вот кассетах небольших. Напикирована рассада была еще весной. За ней ухаживали. И вот получается, мы ее садим вот в таком виде. То есть корневая система уже хорошо развита, цветок уже цветет. Подобные островки яркой флоры появились не только в микрорайоне 40 лет Победы. Их уже можно наблюдать и по улице Кубанской набережной, на Северной, Филатовой и транспортной развязке по Колхозной и Офицерской.